Всем привет! Сегодня 26 марта, и сегодня у меня не одно радостное событие. Это сейчас о кроле, той крольчихе, которая очень давно не покрывалась. Сегодня еще тот день, когда у меня на яйцо села первая уточка. В прошлом году мои утки занеслись намного позже, они начали нестись с 8 вроде апреля или с 10, я точно не помню, но с начала апреля. А в этом году, уже вот в марте, уже уточка уселась на яйцо. У нее это старенькая уточка, она ручная, поэтому под нее можно спокойно залазить. Вместе с ней в это гнездо неслись еще две утки, точно неслась черненькая, такая с белой головой, и еще какая-то, которую я не заметил. Возможно, еще одна белая или еще одна черная, так как коричневых я здесь вот так не видел, ни коричневых, ни пепельных. У нее там лежит сейчас 17 яиц, и остальные яйца, которые тоже были в этом гнезде, я вот положил 4 яйца в это гнездо и 4 яйца в это гнездо. Меня спрашивают, мыть яйцо под утку? Нет, яйцо под утку мыть не надо. Пусть такие грязненькие лежат. Сейчас весна, яйцо по-любому грязное, так как то идет дождь, то дождя нет. В общем, яйцо немножко грязноватое, но для индоутинового яйца это не страшно, так как на нем есть такая тоненькая пленочка, которая защищает яйцо от всей этой заразы. Меня спрашивали, сколько у меня уток несется. Вот смотрите, 3 утки несутся здесь. Это точно 3, так как в день добавлялось по 3 яйца. Одна несется здесь. Здесь несется одна, так как в день добавляется по одному. И еще вот несется здесь, в гнезде уточка. Здесь тоже уже очень много. Возможно, вот это одна из этих двоих, которые вот скандалят, что я здесь лажу. Или это, или вот сидит сверху тоже еще одна. Наверное, уже сейчас вечер, они будут садиться в гнезда, немножко рассиживаться. И вот здесь несет уточка. Здесь уже очень тоже много яичек. 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16. Тоже здесь уже должна скоро сесть. И вот начала нестись еще сверху. Уточка, здесь тоже 3 яйца. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 7 уточек, как я и говорил. Еще, что же еще спрашивали? А, при какой температуре оставлять яйцо под, то есть в гнезде и не забирать? Ребята, смотрите, если ночью не опускается ниже плюс 3, то яйцо можете спокойно оставлять в гнезде и не переживать, что оно замерзнет. Ничего с ним не случится. Днем, конечно, температура повыше, ну а ночью вот такая же, как я сказал, не ниже плюс 3. В общем, все, больше никто из индоуток не несется. Они вот скандалят, как всегда. Вот эти селезни опять хотят драться. Вот два, сейчас будет драка. Она происходит изо дня в день. То эти два дерутся, то вот тот дерется, то вот этот их всех бьет, которого нужно убрать. В общем, то этот. Молодые как-то не очень бьются, а старые такие скандальные. И еще вот хотел показать. Сегодня две гусыни снесли по яйцу. Одно, смотрите, обычного размера. Вот в этом яйце около 130-150 грамм. Ну а это такое вот огромное. В нем точно где-то 220-230 грамм. Это огромное для этих гусей, так как это датский легард. Они несут яйцо не такое большое, с примерно 150-160 грамм. Но это вообще огромное. Возможно, оно двухжелтковое. Я его закладывать не буду. А просто разобьем тесто. Вот, кстати, эти гуси, они уже зашли сарай. Так, а вот, наверное, вот эта вторая и третья утка с того гнезда, вот с этого, где села это. В общем, кто успел, тот и сел. Если, в общем, у нее 17 яиц. У нее 17 яиц. Утром, если у нее будет больше яиц, то мне придется ее накрыть ящиком для того, чтобы те две уточки начали нестись вот в эти гнезда. Ну, просто переучились немножко, так как индоутка очень привязана к месту, в котором несется. Вот такие дела. Ну, в общем, просили про индоуточек. Вот вам
Find-a-уточек. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.